С вами канал улицы Москвы. Ну и находясь на улице Флотская, наверное, я не мог бы не зайти в парк Дружбы, посмотреть на фестивальные пруды. Красивый такой парк. А между станциями водный стадион и речной вокзал. Сейчас посмотрим на водоемчики, которые здесь есть. Парк благоустроенный. Тут новомодные фонарики. Все здесь есть. Туда вот будет улица Фестивальная и метро Речной вокзал. До него тут поближе, чем до Водного. Водный будет в ту сторону. Так. Посмотрим. Вода, кстати, замерзла, когда только успела. Все эти дни стояла плюсовая температура. Ну, во многих спальных районах, так скажем, есть свои локальные места отдыха. Ну и Головинский с Левобережным также не исключение. Вот у нас. Купаться здесь, конечно, нельзя, но для этого существует левобережный пляж, который располагается чуть далее по Ленинградскому шоссе. Можно ездить на него, если хочется искупаться. Сам там купался. Как раз в тот год, я не помню, 17-й что ли, когда там происходило благоустройство территории. Так. Вот такие вот фестивальные пруды. Блин, ну интересно, лед-то уже толстый достаточно. Нет, мы его, конечно, проверять не будем, визуально просто так кажется. Там вот красивые дома какие-то прямо. И не знаю, что это за жилой комплекс. Так, ага. Ну, в общем, такой, собственно, обычный парк. Парк как парк, так скажем. Локальный. Так, а вот там мы были, это фестиваль парк ЖК. То есть это уже ближе к речному вокзалу метро будет. Понятно, что тут нету таких красот, как в каком-нибудь Царицыно. Но любая локальная зона отдыха, она важна для жителей. Она повышает привлекательность того или иного района. Так, ну вот такой вот парк Дружбы и фестивальные пруды. Пойдем тогда обратно на Флотскую прогуляться по Конаковскому проезду.